Спасайте мой народ, говорит Господь. Грех искуплен, рабства нет. По пустыне раздается голос, он идет. В мир холодный спустился свет. Кто измерил пригоршни воды? Школа впечатлила тем, что открытые, простые люди. Все такие добрые. Всегда очень хорошее общение. Духовные назидания, душевные назидания. Получаем какие-то новые откровения от Господа нашего. Много различных мероприятий, помимо того, что разные проповеди, молитвы. И когда собираются все пастора, тогда становится именно Богом нашим. Особенно то, что нас нарекли в школе молодежного служения. Дайте наставления для наших пасторов, служителей нашего уральского региона. Друзья мои, не теряйте азарт. Не теряйте азарт. Находите способ обновить свою энергию, обновить видение, цель жизненную освежить, чтобы она ярко сияла перед вами. Самое главное, чтобы любить нашего Бога, Господа Иисуса. И делать те дела, которые исходят от Него. Еще бонусный вопрос. Мы нашим взрослым служителям, наставникам спрашиваем, что же значит молодежные слова. Мы все дружим с молодежью, мы все любим молодежь. Скажите, пожалуйста, что обозначает слово кринж? Кринж. Я просто недавно его прямо смотрел где-то в интернете и забыл. Вот так, да. Записали. Спасибо. Это, наверное, молодежные какие-то новые названия, которые я не знаю. Краш. Не знаю. Войти в раз знаю. На самом деле, краш — это человек, который тебе симпатизирует, ты в него влюблен, и это некий твой идеал какой-то. Идеал даже? Да, то есть он тебе симпатичен, как-то... Молодежь говорит: Иисус, ты бы краш во время молитвы, да? Да. Понял. Я прям недавно обращался в интернет, смотрел это слово, мне было интересно, мне, по-моему, сын что-то сказал, я думаю, я его слова не знаю. Спасибо. Пастор, куда мы едем? На школу пасторского служения. Разве ты не знал? Он не дремлет, не устает. Верный и непостижимый от начал. Сердце новое нам дает. Кто измерил пригоршни воды? Ладонью измерил небеса. Кто вместе? Цепи горные на весах. Это Бог.
спасибо. Самое главное, не душните все. Да? Да, не будьте душнилами. Пастора особенно.